вместо кого, кого я возьму-то? Так. Так, даблмана, так. Так, а вот теперь пузо и шапку. Даже без ДД тут дохожу. Ну, до шапки, по крайней мере. Ну, это самое главное. Стальное он и не возьмет, потому что у него ВИФ нету. Лол. Ну, нормально, по крайней мере, не возьмет. Так, напасть можно. Все, отлично. Это самое главное. Лол. Ну так даже интересней. Так даже интересней. Ну и все. Сорок одно дерево.
Неплохо, неплохо. У него там должно быть это. А у меня минус моралька. Сапоги 15% резиста должны быть. Главное сейчас на этом не погореть. Ну давай. Привет, Диман. Привет всем, кто подходит или подошел. Почему коробку не взял забегаться? Потому что мне нужно было его накрывать в городе. Шилд кастанул. Шилд так шилд. Две удочки. Он встал под защиту от взрыва. Я не пробивал врагов.
не одним стеком за раз. Но у него сейчас очень хороший резист получается. Что он сейчас думает, непонятно, правда. От мух отмахивает задницу, как это лошади делают. Даже не добил. Шилд это жестко. Эх, бляха. Все-таки плохо зашло. Виф у меня сейчас заберут. Конечно, зря я так сразу. Очень зря я так сделал. Сейчас вивом пиздец. Ну ладно. Дальше так не должно быть. Отдадим ему виф на аджор. Дальше будем взрывать. Тапочки два владеты. Ну ладно. Ну пробивать он должен не супер, по идее. Единственное, дерево. Деревья, конечно, очень много их. Чересчур много. Как бы не залить так на резистах-то. Так, надо убить, расстрелять, точнее, пегасов. Не так уж много. Да, слушаю дудку параллельно.
Да ладно, сейчас-то у нее резист был обычный, 15-процентный. Лизард прухло, конечно. Знатное. Знатное прухло. У него может еще свой резист, я не знаю. Но это уж перебор, потому что единороги дают резист только на соседних клетках. Что рано, но не поздно все-таки прокнет. Взрыв. Там еще один взрыв прокнет, и деревьев останется 10. А больше у него войска и нету. А у него 7 СП, и по мне молнии не действует, он только стрелочками может меня бить. Удачка-то моя. С удачкой пальнуть. О, он резурект свиток нашел. Прикольно. Ну ладно, тогда дендроидов будем жечь. Вот на чем он, значит, рассчитывал. Резуректит-то он без этого, без шилдов всяких.
Ну, сейчас взорвем тогда этих ребят. Дальше что? Минус гранды. Окей. Восемь шесть маны. Ну, вот так вот. Идет, пускай резуректит. А тут ангелы постоят рядышком со мной. Ну что, мы играем на ставку. Ну как бы тут уже все. Если бы прокнуло еще парочку резистов сейчас подряд, тогда бы можно было подумать. Ну а теперь он все равно не дорезурректит все это говно. У меня на 5 взрывов. У него. Ну у него больше резуректов, но как бы он столько не отрезуректит. В конце концов я сделаю хаст. Ну да. Интересно, откуда у него настолько много дендроидов? Так, ну, сейчас... Надо хоставаться. Слепота, ну охренеть теперь. Да.
привнесем немножко разнообразия в виде air элементалей. Соточка воздушечек нам залетела на огонек. Надо было с самого начала спамить. Для победы, наверное, все, что надо было, это насумонить три стека воздушек и масхаститься. Я рисковал с этими взрывами. Не проснулся еще, надо аккуратней. Было солидное преимущество. Но, правда, там, судя по всему, offense-defense. У меня ни offense, ни defense нету. Но это такое. Так, ну что еще призовем? Сейчас просто отвечать на масло, масхастом и ГВП.
Дяблер синий, что ли, пришел? Осознавай, Лизард, что все. Вот это мой ход. Самое смешное, что сейчас, короче, это с чьей стороны вылез комп, я не понял. Это с моей стороны же комп вылез. Это жесть, конечно. Если бы он так же бы вылез, то я бы не факт, что достал бы до города.
да, медленный. А, это комп. Нет, это на ход позже получается. Я сейчас сменил ход и типа настал его. То есть это глючный сейф. Кольца где-то достал. А, наверное, в этом. Ну и даже это не посетил. Он еще здесь дендроидов, короче, взял. А, ну и со всех прирост ты уже поскупал, наверное. И свиток резуректа где-то достал, который вот чуть меня не наказал. Ну, понятно все. Циклопа убрал, но не с собой. Где вообще они у него? Слил их, что ли, где-то? А нет, вот 8 циклопов. Ну вот как-то так позволила разведка вот этой зоны забрать свою шапку и прибежать к нему до того, как он это сделал. Это хорошо. Вот это вот нормальный сейф, там никакого компа точно не выбегало. То есть предыдущего хода сейф. То есть он здесь стоял, но и отсюда не успевал чуть до шапки, даже на разгоне 2000-м. А, вот это свиток Резуректа был. Понятно, он только что его понабрал. Только что его понабрал. Клон. Так, я кушать хочу. Лизард предлагает продолжать. Ну, он сам тоже пошел что-то там погреть еды. О, тут крылышки конца, тут вообще красивый уголок был. Пандора. Захвачен этот город был. Он что, передаться сюда не мог, что ли? Так, а как он сюда попал? Он же попал через этот телепорт. А почему он тогда... А, ну это... Ну все, понял. Он, наверное, сюда так и пришел. Или нет? Там примерно одинаково. Но он в данже даблману сделал, поэтому разбивался туда. Да, 5-1.
Серия идет до 6 побед, в ходе 10 городов. Да. Есть вариант 5-5 закончить серию. Как это сделали Рэдди с Лизардом. О, господи. А тут что, стражак? Опять эти твари. С щупальцами. Оргазмы. Ну, без шуток на них так и написано вон. Оргазм. Ну только это фаны оргазмов, видать. А чё, свитка в контроле вообще не завезли нынче? Или чё? Где там? Где там мой контроль? А, нет, вот он, флай был. Вот он, флай был. А вот это чё? Это ландмайнс, лол. Себя. О, вот он. Dimension Door. Ну, вроде завезли. Да, они всегда вроде должны быть завезены. Этот контроль. 15 тысяч опыта, дальше резист давали. Здесь что было, кстати? 5000 золота. А здесь давали... А, лол. А, так вот в чем дело. Вот с этим он же был, да, точно. Кстати, крутой артефакт. Очень зря, что я его не взял. Здесь 5000 должно было быть. А, нет. Мяско было. Ну ясно все, в общем. О, нифига какой арт тут был. А я не прочекал. Ну ладно. Где-то еще свиток ТП должен быть. Ну блин, хрен его знает где. Вот тут вот что ли? Где это было-то? Вот это вот свиток ТП, наверное. Нет, Counter-Strike за 9 султанами на респе Counter-Strike. Ну охренеть можно. Ну ладно. Так, выбирать замок. Что у нас осталось? У нас остался Кастл. Кастл Причал. Кастл Причал. Кастл причал. Чё там еще, господи, да? Кастл причал. А, кастл причал. Цита, болото. Ой, какое говно. За цитку поиграть, что ли? За кастл, что-то мне неохота по штрафу бегать. Давай, кастл. Нет, идите, знаете, куда со своим причалом.
Нет, я уже кастл выбрал. Гри циклопов, прикольно, кстати. Александр Пистолетов одобряет причал, особенно когда машет гениталиями. Ха-ха-ха. Так, есть еще Орин, есть Беатрис. Так, итого 2500 с Лизарда. Да, это дотка. Ну не орёт, а ее еле слышно должно быть. По идее. Thank you.
2500 и 2500. Ну, бывает, что комментаторы перевозбуждаются, ага. Да, там победа в предыдущей катке. Я вызвал дважды по 100 лемов воздуха, и все. Можно было с самого начала вызвать 3 пачки и хаститься. И вообще бы проблем никаких не было. Сам себе создавал проблем с просонья. Так, ну вот, поехали. Беатрис приходит. Опа, папашка пришел. Так, эксперт-разведчик тоже шикарно. Второй герой маловато принес. Марков. Так, надо деньги отбивать. Для этого надо скупиться. Для этого надо скупиться. Так, что у нас стартовый арт? Неплохой, кстати. Так, ну вот из-за рынка, конечно, не очень хорошо, то что у него отыгрываются деньги, по идее. Хотя с другой стороны,
другой стороны, денег на земле не очень много валяется. Хотя нет, прилично, прилично. Все-таки прилично. Надо было склеп чистить. Что-то я это подтупливаю. Ну хотя со склепа можно было не вытащить героя уже. Может и нормально. Может и нормально. Три грифона в топку просто. Пушку покупать, но тут еще пробиться нужно к этой пушке. Так-то тут пройти можно мимо. Мимо-то пройти можно, а так пробиваться надо. Пока это не к спеху, надо марки. Марки — это говнецо. Давайте еще потрейдимся. Ох, какой второй навык предлагали-то некрасивый. Я еще Арчиштавр не отбил. Что-то я совсем как конченый отбил. Крэк, конечно, пришел. Ладно, дадим тогда шанс Лизарду, раз уж я как конченый играю. Заиграем этот расклад. Я что-то его сейчас как дебил разыграл. Старт, по крайней мере. Сюда не пойдем. Сюда, сюда. Сюда, сюда, назад и сюда поедем. Да, уже поздно причал брать. Thank you.
500. Что там еще? Ну и за Крэга мы будем играть. Это точно. Пофиг то, что там один денек потеряли. Так. Значит. Лизард берет, почувствовал. Лизард понял, что я поддаюсь. Ну, ясно, ясно. Да, говорит, герои не прошли нормально. Ну, не прошли, так не прошли. Ой. Ракиш-какиш, блин. Цвета не тебе поставил. Казахи проиграли альянсу. Ну да. Китайские казахи. Господи. Казахи начали разговаривать. Интервью берут. Так, ладно, все. Звуки выключим. Что-то на самом деле мне музыка самому в последнее время надоела. А какие звуки, кстати, в этом входке? Они такие же, как в героях? Ну, как в обычной версии. Господи, как же громко. Мевка пришла. Хорош. Мевка хорош. А вот арчей мало завезли. К несчастью и сожалению.
Сюда не пробиться. Опа. Угу. Попробую сразу все это почистить. Лизарды. Лизарды, 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 уизарды. Так, ну что? Склеп возьмем. Так. Да, конечно, одновременный ход. Блин, теперь можно так и не дотащить. Можно так и не дотащить. Ладно, достоверно тогда обойдемся. И новая еще пришла. Тоже очень круто. Так, големов здесь оставим, точно. Да и этих, наверное, тоже здесь оставим. Медленные они все. Остановка божественная, конечно. Покусились, сволочи.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Одновременно звук нет.